Мы находимся в филиале Государственного музея Льва Николаевича Толстого, находящемся в городе Железноводске. Вот такие красивые залы здесь оформлены, где можно посмотреть и оценить время пребывания Льва Николаевича Толстого на Кавказе, где он написал свои известные произведения, соответственно, и не только написал, но и влияние Кавказа оказал на дальнейшие, на более поздние произведения, такие, например, как Хаджи Мурат, здесь казаки. Вот видите, военные костюмы Кавказа. Такой хороший музей, который существует всего 4 с небольшим года. Вот здесь вот раздел, посвященный пребыванию Льва Николаевича Толстого в Крыму. Так. Такой зал. Вот сейчас новые композиции. Сейчас я здесь. Это зал номер один. Она. То есть две у вас получается две постоянные композиции, да, как бы два зала. Нет, все меняем. Все меняете, да? И вот сейчас последний, как бы. Это мода, посвященная моде. Посмотрите, выставка произведения Льва Николаевича Толстого и мода 19 века. Вот такой красивый зал. Поэтому, кто желает познакомиться с творчеством Льва Николаевича Толстого, посмотреть великолепную композицию, приходите. Филиал музея Льва Николаевича Толстого, который находится в городе Железноводске, улица Ленина, дом 7. Давайте я не буду дальше показывать, будет неинтересно смотреть. Закончим на бюсте Льва Николаевича Толстого. Приходите в музей, работает каждый день с 10 до 18 часов. Все, с вами был Евгений Боярченков. Подписывайтесь на канал «Неоволейбол».